Вот такой декабрь в Подмосковье. Ну, разве это зима? Ну, вот где-то там зима, но это все искусственное напыление горнолыжного склона под Дмитровом в районе деревни Курово, где я работаю сейчас. Вот. Я сейчас в Подмосковье, да, здесь кое-какие дела. Ну и вот нашел такую работенку. Фотографирую лыжников, сноубордистов на горнолыжном склоне. Вот подъемничек, пожалуйста. Вот так выглядят спасатели и персонал. У них специфическая одежда. Вот. Вот такой склон с подъемниками. Ну а я что я? Вот моя позиция для съемки. Мы обычно выбираем. Несколько фотографов работает на этом клубе. Тут всего 4 доступных склона сейчас. Ну и мы выбираем позицию где-то посередине и дожидаемся, пока лыжники, сноубордисты не начнут спускаться. Вот так выгляжу я сейчас, образца конца 2019 года. Вот. Ну а вот наш контент. Мы снимаем лыжников, сноубордистов. Вот таким образом это происходит. Ну или как-то так. Сейчас покажу еще. Ну вот такие вот у нас кадрики. Вот, допустим, лыжник едет, мы фокусируемся и отрабатываем. И потом каждый из них получает вот примерно такой результат. То есть вот такие карточки мы печатаем. У нас там в раздевалке точка, вот, где производится печать фотографии. Ну, это, видите, это персонал, нам нет смысла его фотографировать, потому что они особо не приобретают. Вот, это технический персонал в соответствующих таких красных комбинезонах. Ну вот, такая вот работа. Ну, фотографии достаточно дорогие, я бы сказал, потому что, ну, и тут, видимо, аренда дорогая. Я вот в эти дела не вникал. Моя задача просто отснять в течение 20 минут и отнести их на точку, где их скачают в соответствующий раздел. Ну и они будут доступными для просмотра лыжниками, которые уже катались и идут греться. Ну вот каждые 20 минут мы меняем. Вот мы меняем позицию каждые 20 минут. Ну и соответственно вот так это происходит, наша работа. Дольше мы не задерживаемся, ну, из-за того, что холодно. Ну, стоять на месте, хотя сейчас не такая низкая температура, я думаю, что около нуля. Но таким образом мы просто время взаимозаменяемости обеспечиваем, как бы поток такой. То есть снял быстренько, скачал и поменял склон. Ну, вообще очень интересно такие, как бы, съемки. Вот они требуют очень быстрой работы затвора. Где-то на 1/640 происходит съемка. Вот. Ну, интересная такая работенка. Но зима в Подмосковье в этом году, она так не особо снежная. То есть вот все это, я говорю, это искусственное напыленное покрытие. Вот у меня такая обувь с кошками, ну, чтобы карабкаться по склону и не скользить. А в остальном Подмосковье, я говорю, вот смотрите первые кадры, и вы поймете, какая зима. Она абсолютно бесснежная. Может быть, в ноябре был какой-то снег, но тоже недолго задержался, все растаяло.
снег не выпадает, и температура держится, ну, выше нуля. Сегодня, по-моему, плюс 4 градуса. Вот. Ну, такая тема. Здесь я пробуду до Нового года точно. В Подмосковье. Тут кое-какие дела. Ну, пока работаю. Ну, а дальше посмотрим. Пока как бы каких-то четких планов нет. Но всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за внимание. Ну вот. Всем удачи. Пока.